Итак, сегодня за буквально пару часов до отлета я получил вот этот вот черный чемоданчик. Если видно, то пару стикеров, это пофигу, но вот этот дент, мятина, довольно-таки меня пугает. Я надеюсь, что Dell упаковал неплохо этот лаптоп. Хотя бы могли, не знаю, какую-то пленку, потому что $1700 отдать за это и получить такую упаковку покоцанную, все края побиты. Ну ладно, сейчас это будет мое первое видео распаковки чего-либо. Мой специальный ножичек, который мне пришлось приобрести. Надеюсь, камеры все настроены. И мы это делаем. Немного места, необычно, это туалет в банке, в котором я работаю. Поэтому другого места нету, потому что я после работы сразу же улетаю на Кубу. И вот так вот. То есть, опять же, коробка мне довольно-таки не нравится, что они сделали. Шо, дешманская коробка получилась. Надеюсь, на камеру хорошо видно. Главное, чтобы меня не раскрошить, не расколоть. Так, это получается, в коробке больше ничего нет. Так, что это у нас такое? Зарядник, довольно-таки легенький, прикольно. Я люблю сохранять все, как оно есть, чтобы на случай чего можно было вернуть спокойно все, без никаких. Опять, все сделано в чайне. А, это опять же зарядник. Так. Это получается сама коробка с компьютером внутри. Ладно. Тут технические неполадки у меня с открытием. И вот этот компьютер. Довольно-таки легенький он. Я когда, ну, выбирал компьютер, я и выбирал, чтобы он был легкий и чтобы можно было с ним спокойно путешествовать. И также, когда я смотрел, вот тут вот есть шурупчики, их можно открутить, я думаю, конечно, не самому, специалисту, но можно добавить память. Можно добавить, поменять батарейку, если она накроется. Новый запах, обожаю новый запах. Вот он такой. Сам тест компьютера я сделаю, наверное, уже когда приеду на Кубу. И посмотрим, что да как. Марка такая. Ножичек убираем. И как все любители конспирологии, я тоже присоединюсь к вам. Поэтому, чтобы
добрые дяди из ФСБ, ФБР и так далее и тому подобное не подглядывали, что же я делал на своем компьютере, мы делаем вот такую вот блокировку. Это что, типа Carbon Fiber, да? А я думал, экран идет до самого конца. Оказывается, нет, да? Так что, или хрен знает. Короче, надо будет еще тут с ним поиграться, посмотреть, что да как. А, еще в коробке тут всякая хрень. Все. А, я заказал это с... Ага. Вот тут палец, это дополнительное стоило, отпечаток пальца, чтобы блокировка экрана, $25 всего лишь, но вещь удобна, потому что пароли не надо всякие запоминать. USB. Так, что так вот. Dell. Что меня сподвигло на Dell? Ну, скорее всего, ревью, которое я посмотрел, потому что с HP у меня довольно-таки плохой опыт. Вообще, я лаптопы не... У меня было два HP-шных лаптопа. Что мне на них не нравилось, это батарейка у них 1.5 года максимум, и потом все подыхает. И мне как бы лаптопы особо не нужны были, но сейчас, так как я занялся YouTube-каналом, путешествую и хочется видео обрабатывать и в момент, и может быть выставлять тоже их. Но самой кубы как бы я посетить не смогу, потому что интернет там нулевый, только Инстаграм доступен. Поэтому следите за моим Инстаграмом, ссылки внизу. Само ревью лаптопа я сделаю уже на кубе, и надо будет его пробовать. Вот. Так что всем хороших выходных и наслаждайтесь жизнью и берите от жизни все. Давайте, удачи, пока.